Мой прадед Иван Григорьевич Бобков родился 15 июня 1913 года в Москве. У него была броня, он должен был уехать вместе с семьей в эвакуацию, но остался и ушел на фронт, когда Москву начали бомбить в октябре 1941 года. Служил в разведке Юго-Западного фронта, не раз бывал за линией фронта. Войну закончил в Маньчжурии и вернулся домой в ноябре 1945-го. Моя тетя говорит, что он был умным, говорил хорошо на трех языках, технарь до мозга до костей, веселый и остроумный, и научил ее очень многому.